Всем приветик! Сегодня я снимаю видео про очередную посылочку, посланную мне, опять же, с Израиля от пользовательницы под ником Наточка29. Наталья, большой тебе привет! Сижу я вот такая вот нарядная. На мне выпрошенный, можно сказать, мною подарок от нее. Я увидела, как она снимает видео в такой тунике в восточном стиле. Не могла просто удержаться, выпросила у нее. И вот она уже на мне. Наточка, спасибо тебе огромное. Я публично говорю тебе огромное спасибо, низкий тебе поклон за всю твою доброту, за все твои старания, так сказать, за все твое внимание ко мне. Это дорогого стоит. Так, вот такая вот красивая. Видите, сегодня я даже одела сережки в восточном стиле. На мне кольцо, я думаю, подходит. Даже лак вот под тунику вот такого цвета у меня. Так, это я похвасталась. Так, что было еще в посылочке? Вы думаете, в посылочке была одна туника? Нет, конечно, она же не может просто так, без сюрпризов, отправить мне подарок. Были также в этой посылке ланкомовские пробники тонального крема. Вот у меня что-то там чудит. Тенты до ультра. Ой, отвлеклась, да? Были вот такие вот пробники. Анти-эйдж крема их израильской фирмы Доктор Ор. Наверное, вряд ли кто знает. И вот эти вот, вроде бы, Код молодости, да, называются. Лореалевские новые вот эти вот пробники. Так, и был еще один пробник профессиональной серии Daniels израильской марки для волос. Она, Наталья, нахвалила, говорит, очень хорошая масочка. Сегодня я хотела ей попользоваться, но думаю, ладно, видео не сняла. В общем, попользуюсь в следующий раз. Так, и самый-самый кульминационный, самый дорогой, даже не могу найти слов, самый для меня значимый подарок от Наточки был сюрприз-подарок. Это вот такой вот крестик и святая земля с Вифлеема. Это с места паломничества верующих. И вот еще был такой листик с оливкового дерева с древних времен, которые со времен Иисуса Христа растут в Вифлееме. Этот подарок, когда я его увидела в посылке, я даже прослезилась. Вот настолько человек угадал. Настолько она для меня такое великое чудо сотворила, потому что неизвестно, придется мне совершить самое паломничество в Израиле или нет на Святую Землю. Я человек верующий, и для меня иметь дома кусочек такой маленький святыни, это очень для меня дорого. Дорогого стоит на самом деле. Спасибо тебе, дорогая. Не могу найти слов, чтобы отблагодарить тебя. Я всегда буду помнить тебя. Никогда не забуду твоей доброты. Ну, в общем, все примерно вот так. Как-то даже слова теряются и не знаю, что сказать. Потому что на самом деле этот подарок, самый главный подарок, наверное, в моей жизни, что ли. Даже не могу сказать. Даже голос пропал. Простите. Так, и еще давайте отвлечемся. Вот видите, у меня стоят ромашки с моего последнего видео. Это я почему опять делаю акцент? Потому что сегодня, 17 октября, у нас пошел первый снег. Я проснулась, у нас на крышах лежал снег, потом она растаяла, и сейчас опять временами ветер нам приносит немного снега, он, конечно же, тает, так что сегодня у нас первый день зимы, так сказать. А у меня дома такие теплые солнышки, такие с такой сочной свежей листвой, как будто вот сейчас за окном не идет снег, а жара. И светит солнце.
На этой ноте я заканчиваю свое видео. Всем спасибо за внимание. Наточке отдельное большое спасибо и привет огромный. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока.